Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валерия Мисник, кинезиолог, инструктор целого ряда направлений кинезиологии. Но сегодня мое видео касается не кинезиологии, а особенностей питания или, скорее, употребления жидкостей. Следующий кувшинчик, он заполнен частично в настоящий момент специями. Вот у меня здесь лаврушка, перчик, тмин, кумин, гвоздичка, укропное семя, кажется, все, зира. И, собственно, я запарила это кипяточком для того, чтобы специи немного разошлись. Дальше, когда уже остыл этот напиток, я добавлю сюда мелко резанный чеснок, сверху мелко нарезанную свеклу или свеклу, и завершу это волшебство мытым черным изюмом. И заливать я это все буду просто чистой водой и с фильтрованной водой. И через какое-то время будет легкий эффект брожения, то есть будет квас. И я обожаю этот напиток за комплексное воздействие по поводу поддержки и оздоровления организма. И также квас свекольный, который я, собственно, обогатила. Обычно рекомендуют свеклу и изюм. Ну вот я добавила в этот напиток, решила добавить специи, причем изрядное количество. И, как вы видите, изрядное количество чеснока. Но не буду долго рассказывать о качествах и свойствах каждого из продуктов. Я думаю, что любой, кто смотрит видео, достаточно много об этом знает и много написано в интернете. Поэтому я данное видео рассказами перегружать не буду, но я надеюсь, что вам данные напитки принесут не только пользу, но невероятное удовольствие. Ну вот я еще раз дозаписываю кусочек. Собственно, залитая медовая водичка и хвоя, и послойно уложенные, вы видите, специи, чесночок, потом свекла, ну и затем изюм. Все это залито просто водичкой из фильтра. И смотрите, будет увеличиваться немножко в объеме в процессе брожения квас, поэтому нужно обязательно подставлять тарелочку.